один из фото таких аргументов, что собой представлял Фуджита. При всей внешней невероятной вежливости, невероятной обходительности, очарование, при экзотизме произошла такая история в Ротонде, благодаря чему они с Модильяне стали просто не разлей вода, дружбаны навек. Модильяне был, как вы все знаете, кто не знает, тому говорю, невероятный красавец. Просто невозможный красавец. Когда Модильяне с толпой художников шел по Монпарнасу, проститутки кричали, значит, обращаясь к Модильяне: вы за деньги, а тебе дандара. Mm-hmm. Понимаете? То есть Модильяне был невероятной красоты мужчина. И его приревновал матрос, который оказался в Париже, я так думаю, с Гавра, скорее всего, со своей барышней. Значит, поскольку барышня глаз не отрывала от Модильяне, сидя в кафе, но на него нельзя было спокойно смотреть, поэтому неудивительно, что наша Анна Андреевна Ахматова влюбилась в Модильяне. Вот она смотрела на Модильяне, морячку это не понравилось, и он подошел к Модильяне и говорит: давай выйдем, выясним отношения. Но вы же понимаете, что выяснять отношения с морячком, понятно, чей был бы верх, да? И маленький, значит, Цугухара Фуджита, небольшого росточка. У него где-то то ли 1,64 м, то ли 1,65 м рост у этого человека. Они с Пабло Пикассо были одного роста, это вообще очень интересно. И вот худосочный такой маленький Фуджита подходит к Модильяне, который ему ужасно нравился, ему нравились работы Модильяне. Он говорит: можно я с тобой? Он, значит, как все японцы, у них проблемы с выговариванием разных звуков. Букву R они не выговаривают вообще. Вернее, букву L. Они вместо любовь говорят любовь. Любовь. И очень много, во много слов вставляют букву S. Это ужасно смешно. А можно я с тобой? Ну, значит, Модильяне пожал плечами, что там, типа, ты мне можешь помочь. И когда в проулке, там, где находится кафе Ротонда, этот морячок замахнулся на Модильяне, то Модильяне потом описывает эту сцену так, что он не успел вообще глазом повести. Оказалось, что моряк лежит, а нога этого самого япончика маленького на горле у этого моряка, и малюсенький этот Леонардо спрашивает у моряка: ты еще будешь хулиганить или уже все? Понимаете? Он был очень силен, очень умел, потому что вот эти корни самурайские, приемы поведения самурайского ему в семье были даны, и он был готов к любым неожиданностям. Это странный, экзотический человек. Дальше. И вот он начинает ходить в Лувр. Он смотрит на картины Леонардо. Он смотрит на картины великих мастеров. И он понимает, что он очень хочет так. Все, что дали ему японские мастера, культура Японии, гравюра Японии, он это уже впитал, включил в свой опыт. Да, есть. Ему очень хотелось быть таким французско-японским художником. И он начинает писать, с одной стороны, то, что ему нравится, а с другой стороны, в стилистике европейских художников. Автопортрет с котом, коты вообще, котики, любимая тема Цугухара Фуджита. Дальше. Вы видите опять бесконечное количество котиков. Еще у него была одна страсть этого человека. Он вышивал. Вот эта вот страсть, я вам потом расскажу, сослужила ему очень хорошую службу. Дальше. И вот натюрщицы великих французских художников. Одна из них знаменитая Кики. Вот она изображена с темными волосами. Возлюбленная
знаменитого фотографа и художника Ман Рея. Вы все знаете, ну наверняка знаете, есть такое произведение у Ман Рея «Скрипка Энгра». Когда женщина изображена, ведь сзади спина, и у нее на спине нарисованы вот эти отверстия. Это Кики. И Кики была совершенно в потрясении всему, значит, Парижу рассказывала, потому что она позировала очень многим художникам. Какой он вежливый, какой он обходительный. И самое главное, что он разрешает без конца пользоваться ванной с горячей водой. Дальше. Вот это изображение японки, но немножко эта японка как бы европеизированная. Вы помните изображение у Тамара? Вот он идет по пути все-таки европейского искусства. У него не совсем плоское изображение, он уже стремится к объему. Дальше. И вот начинается его серия «Ню», «Обнаженные» и «Коты». Такая рыжеволосая, роскошная натурщица, которая очень по позе, по неге, по вот такому абсолютному расслаблению напоминает картины Модильяни, не зря они были закадычными друзьями. Но вот он впитал вот то, что он поймал у Модильяни, и начинает совершенно по-своему трактовать. Дальше. Опять-таки, очень много общего. Когда мы смотрим картины Модильяни, мы понимаем, откуда вот это стремление написать женщину вот в каком-то абсолютном блаженстве, такой гедонизм при взгляде на женщину. Но между живописью Модильяни и живописью Леонардо огромная разница, состоящая в следующем. Модильяни, работая масляными красками, выбирал колорит такой всегда, это какой-то такой оранжевый, персиковый, то есть всегда цвета, которые приближались к оттенкам женского тела, но с добавлением этих красок юга. Здесь вы видите абсолютно холодный тон. Если бы вы видели эти работы живьем, вы были бы в абсолютном очаровании, потому что он очень придумал сложную, невероятную технику исполнения. Значит, он прежде всего, когда грунтовал холсты для своих работ, он в этот грунт, в отличие от, скажем, европейцы делали грунт, большая часть грунта составляет белила. Но перед нами же японский человек. И он не просто добавлял белила, а он добавлял еще гипс. Что дает гипс? Когда потом на этом фоне полугипсовом, полу, так сказать, с добавлением белила, создается ощущение, что рисунок скульптурен, что рисунок не просто графичен, а вот такое ощущение, если вы, прищурившись, посмотрите на эту работу, вам будет видно, что она как бы вырастает из холста. А когда он писал тело, он закупал в ресторанах использованные от рыбных всяких продуктов раковины, соскребал перламутр, в ступке толок этот перламутр и добавлял во все оттенки. То есть, когда ты смотришь на живые картины, у тебя просто крыша едет. Потому что перламутровое тело и все оттенки перламутрового от розового до голубого в этом теле спокойно смотреть невозможно. То есть никто не скажет, если вы не искусствоведы, вы не скажете, что это он, так сказать, делал кальку с Модильяни. Да. Но как он это переварил потом, как он это по-своему сделал. И вот все его картины перламутровые.